На Украине разгораются все новые скандалы, связанные с прошедшими местными выборами. В пригороде Одессы манифестанты перекрыли движение по автомобильному мосту. Акция прошла под лозунгом «Мы против произвола Саакашвили». Губернатор области, недовольный провалом своего ставленника в борьбе за пост одесского мэра, пытается отменить итоги голосования. А в Ровенской области произошла история, больше похожая на анекдот. Победу на выборах депутатов райсовета одержал покойник. Кандидат от партии «Батькивщина» Иван Татовицкий скончался за 5 дней до голосования. Однако вычеркивать его фамилию из бюллетеней не стали. Как теперь объясняют, чтобы люди могли отдать дань памяти. Когда вскрыли урну, оказалось, что победил усопший. В местном избиркоме уже заявили, депутатский мандат получит следующий кандидат из партийного списка.